В ЦОНе Алматы, принимающем иностранцев, тоже наблюдалось большое количество людей, однако ажиотажа нет. В центре, что находится в микрорайоне Кулагер Жетысузского района, прибывающие в Казахстан граждане России получают ИИН. Он необходим для открытия счета в казахстанских банках, для приобретения имущества и при трудоустройстве. Как рассказали нашим корреспондентам россияне, оформление документов в среднем занимает около 10-15 минут. ЦОН работает с 9 часов утра до 6 вечера. Мы вчера подали заявление, получается, сегодня у нас уже получение. Нам пришли смс, то, что наши ИИН уже готовы. Только осталось получить. В пабликах, то есть, ну, грубо говоря, специально для приезжих, вот, там пишут, что нужно именно сюда. Да. Причем объявления каждые полчаса идут, поэтому вообще никаких проблем с этим нет. Сейчас сюда программистов просто огромнейшее количество едет. То есть мы, так скажем, мы не забираем работу ни у кого, мы наоборот ее даем. Для того, чтобы обслуживать граждан Российской Федерации, в ЦОНе Жетысузского района дополнительно создано 20 рабочих мест. Приглашены сотрудники из 8 районных центров по обслуживанию населения. В среднем за последние несколько дней количество граждан России, желающих получить ИИН, увеличилось на 70%. Только ИИН выдаются здесь. Для получения ИИН для граждан РФ требуется паспорт, наличие паспорта с собой. И если паспорт у них является внутренним паспортом, где нету латиницы, то обязательно нотариальный перевод паспорта.